Воу. Я им кинул Все. приглашение. Приглашение кинули. Давайте, ребят, по согласованию, не давайте много находов вперед. Не мусорьте долго мяч. Побыстрее давайте открыто. Думаешь? Драго, только это, я тебя прошу. Блин, вот хэт-трика хватит. Ну не надо покер все-таки унижать кипера, ладно? Понял, хорошо. Все. Восстанова сделала. Ой, блин. Они не принимают. Скажем, мы кинули. Костя, там все нормально идет, алло. Все, приняли. Нормально, все. У всех все нормально. У всех все, все на месте. Если мы разводим, немножко ждем. Пока так, по времени так, пока все прогрузятся. Да, внимательно смотрите. Ребят, сопы, прям вдвоем смотрите друг за другом. Старайтесь вот один, если вперед, идет второй. Да. Коля, сделай камеру на себе. Нет. Скоро начинаются кубковые игры, и клубы, которые стремятся туда ждем, попасть, ждем. Сейчас все будут набирать такие обороты. Да лаги жутки вообще. Отлично. Оно видно, что лаги жутки. Даже человек. Назад отходить. Зам, смотрю по флангу. Можно бросить. У хорош. Да. Подлагивай. Давай. Это может быть опасная атака. Это что за? Хорошо. Закрытие дела. Вообще мне очень больно. О, блин. Подлагивай. Сделаем? Да. Я думаю, этот игрок прекрасно исполнял брэк. Как-то плохо пошел. Прострел. Посмотрим, Коль, возвращайся назад. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, ребят, вот это вот смотрите, вот прям совсем так вот далеко не убегаете, если там я есть, лап, пап есть. Потому что вы убегаете и все там уже. О, хорош. Конечно, лагерь. Да чехой! Ну в мяч же сыграл, ну. Что там было? Так я в мяч сыграл, он тоже. Ладно. Смотрите под пас. Внимательно. Штрафной удар на месте. Голкипер, все в порядке. Это угловой удар. Разберитесь. Давайте, ребят, на штанги. На штанги встаньте и смотрите, что под спину. Да, на штанги встаньте, ребят. Ну, в центре там. Похоже, что это... На ближний пас. Пятый номер. Да, точно, ближний скинг. Вынеси. Ну, я сразу вот нажал, вынес. И справляется вратарь с этим ударом. Я же сразу сказал. Там все видно, ребят. Сразу видно. И мы проиграли ближнюю скинг. Итак, самое начало матча, а рефери уже достает горчичник. Браво, вперед, да, не сходить с самого начала и обозначает допустимый уровень нарушений. Похоже, сегодня нас ждет предельно чистая игра. Так, вперед же, смотрю. Он не думал, что настолько сильный. Давай. Попробуем на весь. Забивать надо! Хорош. На этот раз взломать ну, оборону там не получилось. Хорош. Мяч выбил. Нарушение правил, за такое судья может и карточку показать. Хорошо. Горчичный уже две желтые. Очень ребят. Важный игрок команды. Ну да, тренеру видите. Стоит хорошо подумать, либо оставить его на поле с они вышли? Удаления, да. Либо все-таки сделать замену. Они полностью все вышли. И там разыграешь либо фланг, либо еще посмотришь. Хорош! Удар. Удар по воротам. Как-то слишком легкий мяч для банально ударе. Получилось. Но хорошо. В любом случае. Смотрите, Васич. Ну, я о, этого выжил. Ничего себе! Валик. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Хорош, Валик. Какой момент! Вань, как давай, здорово давай, сыграл. Я знаю, Васич там любит потом. Наш бот тут. Так, беги. Спокойно. Там сам покажи. Давай. Ой.
Это борьба была? Хорош, 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 еще. Вот. Молодцы. Не ожидал я, честно говоря, такой игры от этого парня. Умеет ведь моменты создавать, реализует их опять же. И вот такая, с позволения сказать, глупость. Да, знаешь, очень странно он себя повел. Думаю, тренер тоже находится... Разбирайте. Агуэр. Прессингуй, прессингуй, прессингуй. Один сдерживает, другой прессингует, ребят. Не все вместе же. Великолепная игра, пас. Еще раз. Вот так, одним неверным решением, можно запороть такую перспективную атаку своей команды. Давай, Скуп. Нормально. Коля, ты бежал? А что насчет карточки? Бежал. Судья не преклонен. Я вообще ему врезал, за то, что я ему врезал. Вот теперь Коля очень аккуратно. Да, просто... Что ему и пошла передача. Может быть, он думает, что защитник играет за его команду. Вниз, внизу. Мяч перешел к другой команде. Дави, дави. Неплохой заброс вперед. Хорош. Не прошла эта передача мячу соперника. Валик, если бы прошел этот пас, было бы очень опасно, но защитник не подвел. Yes. Хорош. Дальше. Мячи. Дальше. Хорош. Да. Давай. Передача вперед партнерам, но защитник прочитал. Блин, тут просто курь. Подарили мяч совсем. Не теряйте так просто мяч. Все видите, что не это, не просите. Он работает, ведь Бензема. Догнать, он догнать. Уже видел мяч, да. Сетки, он не но защитник его. Заблокировал удар. Это как специально. Это ребят. Сразу, смотрите, и они так часто делают. Вань, это прессингует вас. Немножко опускайся ниже. Удар! Опасно! Это... Мимо ворот пролетает мяч, и что, эту атаку что, можно считать что, завершенным. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Браво, я тебе дам. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Куда ты, Коль? Перехват мяча, и можно говорят, начинать атаку спешу, в обратную пожалуйста. Сторону. Ух ты, блядь. Бензема. Блин, меня. Вынеси! Глюки страшные. Блин. Хорошо, это идет. Вратарь без проблем справляется с этим мячом. Лев, отдам. Открывай, господин. Ну я хуй знает. Петр. Ладно. Чтобы... Давай. Смотрите, да иди ты. Да что там было? Вполне можно наказать игрока. Итак, тихо, не психуйте, а то понесется карусель аналог. Контактный, и футбола пока здесь мало. В основном борьба. Таня, выиграешь же? Пытался. Ну, уверенный вынос понижает слава, степень напряженности этого момента до нуля. Что-то не было. Да появились. Да, бля. Давай, пошел. Давай, присягай. Выкидывай. Блять, ну это Салавано было, но я не ебу. Ну здесь вот это свет. Коля. Хорош. Центр сразу. Давай, давай. Лёхи. Салон. Ну куда же? Ну что ж ты спешишь? Хорош. Да не, ты понимаешь, что это обжал бы секунду, он бы вправо, там бы уходил бы сам на сам. Согласен. Ну я просто уже видел, что он делает рывок. Я нажал-то вообще еще, когда мячом мне даже не было. Просто если бы я пониже был, то я, может, и вырвался. Так. Ты ну, в какой-то да, момент понижу, просто встал, а я нажал еще до того, как мяч принять. Или лучше не смотри, как там оно идет, это я просто не знаю. Нормально показывает. Да, ну, спасибо. Бейте поворотом. Да какой там поворотом, блядь?
дойти-то не можем. Задержка 12 секунд показывает. Не паникуйте, не психуйте, ну, так, просто да, так же поспокойнее играйте. User entered your channel. Так же как играли, так же играем в конце. А ушел, у нас кто-то вылетел, да? Голова вылетела. Хорош. Да, ну, скриншот вообще. Все, взял. Сейчас, конечно, да. Это писец был. Ребят, смотрите сам. По штангам ставите. Там тоже выиграл. Дальние, ребят. Вручают команду после углового угла. Сейчас. Спокойно. Давай разбежимся по позиции. Коль. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Полузащита чуть подыма. Пересек мяч боковую линию. Подымайтесь. Что, Алекс вылетел, да? Да. Это, конечно, в план. Центр атаки может получиться что-то стоящее. Красная карточка. Ты я что ли? Не, на тебе походу нарушил. Смотрите, можете завесить. Драго, команда остается. Так как в том моменте. Сегодня. Разыгрываем от стенки, да? Или что? Или навесить? Давайте быстрее но время. Можете навесить. Фарфан! Хорош! Хорош! Да, после удаления команда, конечно, перестроилась, но устоять под напором превосходящих соперника все-таки не смогла. И какой удар с лёта, а? Стиль западло. Все, давайте, аккуратнее. И погнал мяч в ворота. Фантастическое исполнение. Гол это первый, а половина матча, между прочим, вторая. Так, ребят, держите, у нас сейчас очень много ботов. Они будут ходить в такой. Агуэро! На месте голкипер, все в порядке. Пацаны, тащите, у них красный. Да вот знаю. Пытаемся. Давай. Тяни. Дальнюю бей, она... Давай. Бей. И как опасно хорош, пробил. Угловой, тихо. Бонус, а, сейчас будет этот бот, вот, сейчас я будет подавать. Просите, так вы забили, да? Да. Молодцы, пацаны. Главное, чтобы повыше и посильнее. Давай еще раз. Красавчики. Поняли? Удар. Решил пробить. Защитник надежен, разрешил вот обстановку, про... дал возможность. А ты что, не смотришь? А она с задержкой да, там... Мне тут гости, я бухаю. Точнее, я все, в оборону. Еду. Давай, Валька. Ой, Ростик, красава. Аккуратнее. Ладно, отвлекаемся. Ну да, да. Бьет он поворота. И упущен Валь... шанс, упущен верный шанс. Ладно, если не да. Не спеши. Не надо вот это. Шо, сейчас мы сейчас поменьше. Не спеши, выбивай в центр, не спеши. В центр, не спеши. Они будут бросаться и так далее. Вынос. Не, нормально. Блядь. Нормально, дальше считает арбитр. Какой шанс? Ну это здесь уже даже сейчас можно было забирать. Вот доказательство того, что все-таки это не хоккей. Потеря вот одного игрока лишь несколько усложняет решение задачи, но не делает ее невыполнимым. Да. Начудили, лучше бой начудили сейчас в обороне на ровном месте. Просто-напросто взяли и привезли себе гол. Какой удар! Но он тянул за счет сейчас они были близки к голу. Это я когда так прохожу, Драко, попытайся там на линии, если что, где-то. Ну, ближе, прям совсем на линии, на грани. Пас назад, возьми в руки! Куда этот полный вынос был? А, ну нормально. Да. Ребята. Саня, аккуратнее. По флангу поля там держи его так. Бензема. Ла! И на месте голкипер. Мяч вынесен подальше. Ворот опасность миновал.
Он бьет. Такой стрим, вратарь творит. Ребят, Цопа, вы сейчас встречаете, да. В смысле, там Коля на позиции. Я понимаю, что... На штангу хотя бы на дальнюю, на ближнюю буду. Отборик больно идет. Хорошо. Стандартный отбор. Ой, пас. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Давай-давай. Ну, прессингуй, Вань. Какой навес! Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Забыл, что вот. Есть адрес для передач. Хорош. Хорош. Красавчик. Бля, чуть-чуть не хватит. Мяч был. Да не я, Миша. Да пиздец. Ничего, у нас половина, блядь, батья. Держите, там, десятка. Просто подарил он мяч сопернику. Наверное, выиграть, 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 выиграть. Да, нет, Сад, ворот, ворот. 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 Помнишь, я тебе говорил? Не бей. Да. Нет, перемудрил. Я ж тебе... Сори, конечно, что я тебе говорю, но ты меня не послушал. Она сместилась в ближний. Тихо, тихо. И ты бы ударил в дальний. Ребят, наводите. Давай. Окей. Блин, ну это бля, я так пиздец. Сказал, уже добегу. Не убегай так, пожалуйста. Валик, вообще... Держите Васю что-то и дроню, ребят. Хотя бы... Я думал, ты меня сейчас находишь. Не надо, не надо. Вообще, цопы, не подключайтесь вообще. Ладно. Ой, совсем бля, мало времени до конца центру. Игры, а шансы на успех есть у обеих команд. Вот это матч! Ну, зачем ли ты его, ёпта, из зоны? Всё, медленно идём. Нашёл ты, чувак, я не могу. Здесь можно балаван, это был открыт. Блядь, ну извините. Ух, мод угловой. До матча остается не так много времени, и этот угловой сейчас, хороший сейчас надо. Драго, оставайся там подальше, прям подальше встань, Драго. Туда прям, вставай в центральный круг. А ведь это конец игры. Какой мог бы быть момент, если бы не этот парень? Варпан. И сам. Сам. Иди, 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 иди. Куда? А. Да зря. Лучше бы куда готовился. Лучше бы пробил, реально. Пизды, конечно. Вы больше бейте. Может, там на угловой зацепились. Там на так. 90 да. минут основного так времени бейте, блядь, да. Через 4 минуты. Да мы... Я говорю постоянно, бейте дальний. Нет, не бейте. Бейте дальний, нет, не бейте. Это, блядь, куда? Это куда? Драка, туда, в центр. Центр, центр. Вставай, да, на драке, хорошо. Бежать. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, не учили. Куда это у вас? Агуэр. Лав. Коля, твой. Твой. Ваня. Ваня. Драка. Хреново, короче. Я пропустил? Ты считай, не, ничейка, походу. Не, ну пропусти. Какие последний раз хотел. Ну, вернее, сами себе пропустили. Да я вижу один-один, что не успел. Да надо было мне просто вынести. Агуэр. Ну, блядь, я этим кидаюсь. Все это вспомнил. Сука, блядь, кончаться. Ну что же, фиксирует арбитр по истечении 90 минут игры, если не равенство сил, то точно равенство в счете. Ну чмырни, блядь, еще хуже, чем киберфон. И у нас еще взял, блядь, весь правый фланг вылетел.